Друзья, всем привет! Сегодня 12 ноября, меня зовут Наталья, рада приветствовать на канале «Дачный рай». Сегодня я покажу вам свои петунии. Это мои маточники, они сезон у них уже как бы прошел, то есть они у меня стояли все это время на улице. Вот, и перед морозами, перед минусами все вот эти маточники, вот здесь вот у меня маточник. Вот здесь вот сидят. Конечно, они сейчас начали подвытягиваться, потому что, как видите, они в таком месте находятся не около окна. Вот здесь вот в больших горшках маточники. Вот, занесла, в общем, я их домой. И перед этим сделала, конечно же, обрезку. Как я делала обрезку? Обрезку я делала... То есть я все побеги обрезала до... такой почки, в которой еще, как говорится, в пазухах не проснулись побеги. Вот такую я делала обрезку. Подобную обрезку я делала летом для повторного цветения хорошего, пышного петуний. Ролик тоже выкладывала, как я делала обрезку. В общем, что делала дальше? Занесла домой. Здесь они у меня стоят уже, мне кажется, недели две. Я слежу за поливом, проливаю, и, естественно, я их подкармливаю. Это корневые подкормки, Фертика Люкса, пользуюсь таким вот универсальным удобрением. Там все микроэлементы, и азот, фосфор и калий есть. Вот, все для роста, все для развития растений. Ну, и, конечно же, вот они прямо хорошо так стартанули. Конечно же, я повторюсь, что они подвытянулись. Ну, ничего страшного. Я как бы вот этот побег просто буду резать с него, скажем так, верхушку, такую более верхнюю часть. И буду черенковать, в общем. Вот такие вот срезать череночки, укоренять их. Зимой они у меня будут находиться дома, потом я их буду переукоренять, то есть весь процесс у меня повторяется. То же самое я делала в прошлом году, и прекрасно, даже те, которые первые черенки, не перечеренкованные, а именно первые черенки, они прекрасно весь сезон, все лето у меня проросли в огромных кашпо, и они прекрасно цвели, то есть они не перерастают. Конечно, укоренять я буду под лампами, должен быть свет и температура выше 20 градусов, но ниже 25. Это обязательное условие для укоренения, потому что в прошлом году я пыталась даже укоренять на подоконнике, но на подоконнике достаточно прохладно было и укоренение практически нулевое. А когда я укореняла уже под лампами, при хорошей, они прямо буквально, знаете, за неделю там корешочки появляются. Ну и все, как бы снимается. Вот сейчас сделала подкормку. Где-то дней через 6-7 сделала еще одну подкормку. Вот. Сейчас они немножко подокрепнут. Все. И, конечно же, видите, тут уже и цветение пошло. Буду срезать, а эти, конечно же, уже маточники пойдут уже на выброс. Вот, друзья, размножаем петунию, не боимся. Зимой прекрасно все это, даже у меня, знаете, у меня были эти черенки, находились в П9-ках всю зиму, и все прекрасно с ними. Самое главное, конечно же, надо будет делать подкормочки. Вот, друзья, буду черенковать, сортов у меня много. Многие сорта выращены были из семян. Вот, а сейчас я их уже буду черенковать. То есть все, с семенами я уже, конечно же, и вот эти сорта, я уже все, я их даже сеять не буду. Все, все будет черенкованное, они зацветают быстрее и достаточно более мощные кустики получаются. Вот, друзья. Такая петунишка. Не вся, конечно, она тут прямо очень-очень хорошенькая. Где-то вообще вот такие трещики, но ничего. Почеренкуем. Покажу обязательно этот весь процесс. Пока все подкармливается очень хорошо. По подкормке фертику использую в минимальной дозировке 1 грамм на 1 литр воды. Подкормка по влажному грунту, друзья. Всем хорошего просмотра, приятного просмотра, всем хорошего дня.
Ставьте лайки, подписывайтесь. Мне будет очень приятно. На этом все. Всем пока-пока.